Я тебе говорю. Безопасность по небо барабану. Все. Вызывайте полицию. Закон, да. Надо уважать закон. Спроби створити комунальне підприємство викликали занепокоєння серед підприємців торгового центру «Барабашово». Такі дії, на їх погляд, розхитують ситуацію на ринку і заважають роботі. Честно, я, глядя на всю эту ситуацию, советовал бы не раскачивать эту всю обстановку, потому что покупатель всегда идет туда, где стабильная обстановка, где нет никакого волнения. Тем самым, если определенная группа людей какая-то создает определенное волнение, они тем самым оттолкнут покупателя. Это от безделия. Никому нечего делать. Собаке нечего делать, она ходит, что-то требует. Так вот и им, по ходу дела, нечем заняться. Вот они ходят, куда идут, что-то требуют, но не факт, что это будет лучше. Мне, как говорится, не все устраивает, но лучше синица в руках, чем журавль в небе. Підприємець Олександр теж невдоволений ситуацією. Говорить, активісти, які розпочали конфлікт, просто відстоюють свої інтереси. Если у меня какие-то вопросы появляются, я иду в администрацию и их решаю. По крайней мере, ко мне навстречу идут по этому вопросу. А так, вы знаете, все эти активисты, мне кажется, что они просто свои личные интересы преследуют. Адміністрація торгового центру натомість повідомила про готовність комплексного рішення проблем. Христина Асика, Євген Шинкаренко, агентство телевидения «Новости».